Ты идешь поснимать? Да, Лена, сейчас сменю, давай аккуратненько. А то я с этими съемками вообще не умею. А слушай, а то у тебя все уплыло, пока ты тут это самое, так. Ну, потому что пока ты мне передавала, не видно было, как собака лежала, или много ли она нюхала при этом. Я говорю, я не умею снимать. Алешка тебя отдал из этого ракурса снимать? Он сказал куда-то сюда к деревьям встать. Да, ну ладно. Я не знаю. То не видно, продвигается собака или нет. Я, например, отсюда не вижу. Ну, я тоже не вижу. Он сказал, к деревьям лучше встань, оттуда типа не видно и собаку, и хозяина. Наверное, не к этим деревьям он говорил. Не знаю, не могу сказать.